Приветствую всех на своем канале Таро от Вики. Сегодня будем создавать праздничное предновогоднее настроение для козерогов и посмотрим, что Дедушка Мороз принесет для вас, какие подарочки. Для этого у нас с вами новогодний пасьянс, только с положительными значениями. Смотрите расклад вместе со мной. Если заметите совпадение карточек, которые я пропустила, пишите в комментариях, мы обязательно дополним, чтобы не пропустить ни один подарочек. Снежинка. Вам выпадает сразу это исполнение всех ваших желаний. То есть амбициозные козероги, скорее всего, уже добились в этом году всего, чего хотели. Или непременно это получат к Новому году. Да? Ваши желания сбудутся. Хорошее начало. Смотрите. Я смотрю, конечно же, что еще совпадает. Какие еще есть совпадения. Окно, вот, и сразу же построение новых планов, да, кто-то решит прорубить окно в Европу, да, как только вы добились всех своих целей, тут же открывается окно новых возможностей для вас, да, не стоим на месте, козероги не стоят на месте, только вперед, возможно, те цели, которых вы добились раньше, они будут являться только одной из точек на пути к еще какой-то более глобальной цели. Вот, возможно, и так. То есть, возможно, это было что-то промежуточное, которое открывает окно новых возможностей. Но при этом это достижение очень важное было для вас. Да? Без того, что вы достигли ранее, невозможно было открытие для вас новых путей, новых окон. Да? В данном случае не двери, а новых окон возможностей. Так, что у нас еще здесь? Какие будут подарки? Снегирь. Верный друг. По-моему, еще ни у кого в раскладе не выпадал. Снегирь, верный друг. Может быть, впрямую верный друг, да? Человек, которому вы можете доверять. А также верный человек, который поможет вам эти цели ваши достигать. Такой расклад серьезный, деловой. Хоть и Новый год, да, но все равно деловой настрой какой-то такой чувствуется. Письмо, известие, важное известие какое-то. Может быть, соседние карты расскажут, о чем это известие. Ну, как раз, возможно, это известие от того самого человека, да. От друга. Может быть, кстати, этот человек вам скажет: так, давай, пора начинать. Самое время, да, вот эти вот окна новых возможностей открывать, не упусти. Может быть, вы это и сами знаете, да, может быть, и так. Так, еще какие совпадения? Ищем, смотрим. Камин вот здесь рядышком со снегирем, кстати, выпадает. Это уют, домашний очаг. Ну, кстати говоря, вот с этим близким человеком можете вместе Новый год встречать, да? То есть он к вам в гости или вы к нему в гости. То есть вот где-то вы рядышком. Приятно, да? Приятно встретите, проведете, отметите новогодние праздники. Отметить есть что, да? По снежинке отметить у вас есть что. И новогодний шар здесь же, вот он так по разным сторонам, да? Несмотря на то, что тут несколько совпадений, все равно я... Карточки кручу. Не останавливаемся только на одном подарке. Ищем все возможные варианты. Новогодний шар – это декор. Новогодний праздничный декор вашего дома. Украшения, да, обязательно елочные шары. Какие-то новогодние венки. Очень хорошо, если вы человек творческий и можете сами своими руками что-то создать. Вот эти новогодние игрушки, возможно, получение подарка в виде, да, чего-то вот такого праздничного. Либо, может быть, вам совет подарить такое кому-то, тому человеку, который вы точно знаете, что любит такие вот вещи, да? Так, что у нас еще здесь совпадает? Медведь у нас. Ну, нельзя сказать на закусочку, да? Напоследочек. Медведь. Что такое медведь? Это тайный поклонник. У кого-то он в раскладе уже выпадал, и есть
значит, примета по сольнику. Если незамужней девушке снится медведь, то значит, скоро она повстречает своего жениха. Вот для кого-то, я думаю, будет информация приятна, полезна. Ну, в любом случае, да, независимо от вашего статуса, у вас есть тайный поклонник, который на вас обратил внимание, положил на вас глаз. Но, скорее всего, вы пока не замечаете, не знаете, кто это. Ну, вот, возможно, человек откроется вот в это предновогоднее время, да, не сдержится, не сможет, потому что сам, наверное, захочет как-то проявиться вот в это волшебное время. Давайте посчитаем, сколько у вас совпадений, сколько подарков для интереса. Снежинка, раз. Окно, два. Снегирь, три. Камин, четыре. Письмо, пять. Новогодний шар, шесть. Медведь, семь. По-моему, все посчитала. Прекрасный результат. Много подарков. Как я уже сказала, деловой расклад, но без романтики здесь тоже не обойдется. Кстати, возможно, письмо от этого тайного поклонника. Вот здесь рядом лежат карточки. Вот, интересно. Какое-то сообщение, известие, может быть, да, когда он откроется вам. Побоится сказать словами, напишет, скорее всего. Вот такой вот может быть. А я вам желаю хорошего настроения. И поздравляю с наступающим Новым годом. Всем счастливо!